Очень, очень. Просто я когда увидела, то детям очень понравится. Ну, к сожалению, 3% пенсия. Какая есть? 3,30. Есть разница? Конечно, большая. Теперь возьмите бутылку, пожалуйста. Вот эту. Идем туда. Нет, чуть-чуть. Вот так. Круг побольше, чтобы всем сейчас, было секунду, видно. Я забыла кое-что. А я тоже, да. Сейчас придет. Мы уже заканчиваем. Все, сегодня это последнее. А я прослушал ее семинар, сейчас пройду. А что это за порошок? Это сухий грош. А зачем? Чтобы пошла реакция. С перекисью. С перекисью и мыло. Но в основном с перекисью. Там мыло, красители, а рыжие? Нет, мыло, перекись. Каролина, стоишь. Не подходите ближе, вот делаем круг пошире. Давайте те, кто прослушали, они в первом ряду, а те, кто пришли опыт посмотреть, во втором. То мы слушали специализацию, а вы только опыт. Все, отходите. Сейчас. Закрывайте уши, глаза. Ай, да. Почему реакция не идет? Нет. А дрожжи или что? Это другие дрожжи. Я добавляла другие дрожжи. Не понимаю, почему. Украина? Да, точно. Может, вот это другая фирма дрожжей. Это... Сейчас я вам сделаю новый. Ксюша, я тут. Пойди, пожалуйста, помой. Я пока иду. Да. Возьми там перчатки, если тоже надо. Сейчас я возьму хорошую дрожжи. Можно я пока посмотрите вот это. Там, пока все перестал. Это уксус. Радуга, красивая. Снимай. У меня, значит, тема. Ну, теми. Ее трогать можно? Я могу. Трогать можно, спокойно, руками. Но потом мыть руку. А кушать? Это же питатель, пищевой. Андрей. Мыло. Уже жестоко. Это получается. Я за экспериментатор. Да, попробуем. Ну, просим там разбавить вам. Ты густая, да, это можно уже. А не рассыпь. А здесь как это дает? Это искусство. Без Пикассо родится. Да, вот так рождались эти Пикассо. Это абстракционизм называется. Как она пенит. А почему? Смотрите, как она... Потому что реакция. Сейчас я возьму другие дрожжи, я обещаю, а если все получится. Дрожжи, она не имеет... Один из сторон. Волну. Что ставить? Объем. В эту? Да. Я сюда не ставила дрожжи. Только... Здесь только соль, только краситель. Но другую. Очень жаль. Короче, кочемент. Да, кочемент.